В этом видео я вам расскажу и покажу, как работает сигнализация стиля. Для активации сигнализации следует ввести пароль на кодовой панели, после чего закрыть дверь. При поступлении вибраций по двери от удара рукой, молотком, при работе дрелью, ломом или другими инструментами, сигнализация срабатывает и издает громкий звук, что предотвращает дальнейшие попытки взлома. Вырубаем. Также для активации и деактивации сигнализации можно воспользоваться пультом управления. После открытия двери у вас есть время для ее отключения. В противном случае она также срабатывает и издает малоприятные звуки. Как я уже говорил раньше, это может помочь предотвратить силовой взлом вашей двери при помощи различных инструментов. Против отмычек рекомендуем ставить надежные цилиндры повышенной секретности с броненакладкой. Для получения остальной информации заходите на сайт www.doorpass.ru. Спасибо!